Вековые традиции для этого завода точно не пустой звук, даже если это мелодия фрезеровочного станка. В этом году предприятию исполнилось 108 лет. Еще до революции с его конвейера вышел первый токарный станок. За долгие годы были взлеты и падения, но сегодня фабрика получила новую жизнь. В 2016 году после кризиса началась реконструкция. И теперь цель – нарастить обороты. Ниша, в принципе, уже задана. Продукция завода «Седина», которую знают в огромном количестве стран мира, включая Россию. Поэтому мы эту нишу хотим сохранить прежде всего и развивать дальше, то есть уходить в то оборудование, которое Россия не делала. Сейчас на предприятии трудится около 100 сотрудников. Это люди с многолетним опытом, профессионалы своего дела. Благодаря расширению цеха в 2024 году увеличится и штат. Появится примерно 200 новых рабочих мест. Завод полноценно заработает где-то к ноябрю месяцу. К концу года он будет уже работать и выпускать. Я думаю, на следующий год они уже выйдут. Я думаю, что миллионов на 15 евро выйдете, да? Территория для завода не очень большая, всего 13 тысяч квадратных метров, хотя здесь умещаются малярные, механические, сборные и другие цеха. Предприятие делает станки и детали для различных производств, даже для металлургии и атомного машиностроения. Четыре ниши в рынке. Это первое, значит, прочее, то, что нам вот мы сейчас покажем, просто заказывают разная обработка, металлообработка, это прочие, так сказать, детали, не связанные с станкостроением. Второе – это запчасти к станкам. Третье – это большой объем сегодня капитального ремонта. И четвертое – производство новых. Предприятие старается выйти на уровень советских времен. Тогда продукцию отправляли в 65 стран. Сейчас есть иностранные заказчики, но больше интересуются станками в России. Заказы сегодня в стране есть под такие работы. Как обрабатывать просто детали, так и, естественно, производить такие станки. На заводе предполагают, что на новый уровень их выведет модернизация. 4-6 обрабатывающих центров современных, новых, вот в 2020 году. Для обработки уже деталей на современном оборудовании. Вообще немецкой делегации понравился завод. Таких в Германии немного. Поэтому они пристально и с присущей им точностью изучают вопросы инвестиций и вложений. Да, я как человек всегда готов деньги вкладывать, а как предприниматель еще должен учесть, что я представляю относительно небольшое предприятие, всего лишь 700 сотрудников. Хотя мы всегда оцениваем проекты в разных странах, и если есть рентабельный проект с выгодными условиями, то мы готовы инвестировать. За небольшой период краснодарское предприятие смогло возродить производство. Теперь поставки идут как на отечественный, так и на мировой рынок. Алина Сорокина, Артем Лычко, Кубань-24, Краснодар.